У сьогоднішньому випуску «Спорт у місті Н» вправи зі стретчингу покаже вам досвідчений тренер Юліана Джулай. Всем доброе утро! С вами «Спорт у місті Н» и я, Юліана Джулай, и моя помощница Ирина. Сегодня продолжим тему «Стретчинг». Напоминаю, что такое стретчинг? Это растяжка, это комплекс упражнений, направленный на растягивание мышц. Напомню, что прошлое занятие мы с вами занимались разогревом. Это комплекс упражнений, который направлен на подготовку для растягивания мышц. Сегодня мы займемся с вами продольным шпагатом. Выполним несколько упражнений, которые подготовят ваши ножки, ваше тело для продольного шпагата. Для этого мы сядем на коврик. Натянули ножки сильно, сильно, сильно. Тянем стопочки сильно. Ручки можно поставить по бокам, либо на талии, как кому удобно. Ножки на себя сокращаем. Раз, два. Мы растягиваем икроножные мышцы под коленушками. Ножки уже наши в тонусе. Три. Вытягиваем стопы. Четыре. Сильно, сильно тянем носочки. И раз, два. Спинка идеально прямая. Ручки на талии. Три. Вытягиваем ножки. Четыре. Ноги уже в тонусе. И раз, два. Сильно сокращаем стопы на себя для того, чтобы растягивалась вся задняя поверхность. Три. Четыре. И последний разочек. Раз, два. Вытягиваем ножки. Три. Четыре. Левую ножку согнули, выворотную. Правая ножка вытянутая, проверили, насколько мы ее вытянули. Спиночка прямая, в обязательном порядке выполняя движения всякие, нужно спиночку держать прямую. Спинкой прямой, тянемся вперед. Беремся под пяточку, да. Старайтесь раскрыть грудную клетку. И носиком тянемся к носочку, то есть работаем на вытяжку, притягивая себя к ноге. Спиночка при этом должна быть прямая, да, носочек вытянут. Лопаточки собираем сзади, чтобы спинка была прямая. Да, тянемся вперед. Угу. Минутку растягиваемся, не меньше, так как всем известно, что мышцы растягиваются тогда, когда происходит длительное воздействие на них, то есть длительно растягиваем их, чтобы они привыкли. Ни в коем случае не делаем никаких резких движений. Тут же сократили стопу правую и сильно тянем носочек, при этом приотрывается пяточка. Приотрывается пяточка, все верно. Отводим локоточки в сторону и притягиваем себя к ножке. Минутку растягиваем. Как можно выше пяточку. Чувствуем под коленушками, икроножная мышца тянется? Да. Прекрасно. Вытянули ножку. Угу. То же самое все сделаем с левой ногой. Ножку натянули сильно-сильно, натянутая нога. Угу. С ровненькой спиной наклоняемся вниз, колени вытянутые. Да. Тянемся вперед. Носиком к носочку. Тянемся. Коленки вытягиваем. Сильно, сильно, сильно. Угу. Сократили стопу. Отрываем пятку от пола. И наклоняемся к ноге. Угу. Хорошо. Спасибо. Раскрыли ножки. Правую ножку берем левой ручкой. Правая рука помогает. И аккуратненько ножку вытягиваем. Берем под пяточкой. Спиночка при этом прямая. Да. И держим прямую ножку. Когда чувствуете, что уже вам не больно, то есть мышцы уже здесь растянулись, ножку притягиваем к себе. На раз, два к себе. На три, четыре отпустили. На раз, два к себе. На три, четыре отпустили. И еще разочек. И опустили. Тут же ножку сокращаем. Очень сильно мы растягиваем икроножную мышцу, да? Мы готовим наши мышцы на продольный шпагат. Тянем ножку. Угу. Тепло мышцам? Да, прям горячо. И вытянули носочек, еще притянули ножку к себе. Задержали. И опустили. То же самое проделаем с левой ногой. Ножка прямая, спиночка прямая, коленушки тоже, да. Держим.
На раз, два к себе. На три, четыре от себя. Угу. Раз, два к себе. Три, четыре от себя. Угу. Тут же сократили стопу. Угу. Под коленушками ощущаем икроножная мышца. Ахилл растягивается. Движение снимает напряжение с ног. Ножку дотянули, еще к себе притянули. Задержали. И раскрыли ножки. Еще одно упражнение, которое называется складочка. Ножки вытянули, коленушки прямые. И с ровненькой спиночкой наклоняемся вперед. Беремся под пяточками. Должно быть такое ощущение, что носиком тянемся к носочкам. Спиночка прямая, коленки вытянуты. Да, и носочки натянули. Тянемся вперед, сгибаем локоточки, тянемся вперед. Угу. Усиливаем натяжение, сокращаем стопы, отрываем пятки от пола. Очень хорошо. Спинка прямая, сгибаем локоточки, наклоняемся вниз. Спасибо. После таких движений вам будет легко садиться на шпагат.